В Мурманске проходит региональный конкурс «Лучший инспектор ВАИ» военной автоинспекции. В столицу Заполярья приехали участники из Печенги, Воркуты, Северодвинска, Североморска, Полярного, Оленегорска и Алакурти, чтобы узнать, кто же из них достоин называться лучшим. Прапорщик Илья Цимбал работает в Североморском подразделении ВАИ с 2015 года. В конкурсе «Лучший инспектор» участвует впервые и, конечно, надеется победить, ведь времени на подготовку ушло немало. Все этапы соревнований были известны заранее и отрабатывались в течение нескольких месяцев. Это и теоретическая часть, и регулирование движения при помощи жезла и без него, и, конечно, упражнения на автодроме. В конкурсе инспектор видит только положительные стороны. Ну, мне кажется, во-первых, когда выделяют кого-то и делают лучше, то, естественно, другие тоже самое стараются быть со всеми наравне. И это как бы укрепляет боевой дух, укрепляет как бы коллектив, и военнослужащие стараются равняться друг с другом. Поэтому это положительно влияет на весь коллектив. Конкурс «Лучший инспектор ВАИ» проходит уже не первый раз. Инспекторы подразделений разных районов собираются вместе, чтобы доказать, что их отделение лучшее. В прошлом году себя проявили участники из Североморска. Что будет в этом, покажут итоги соревнований. Сейчас я должен сказать, что у нас в Полярной и Алакурте выступает очень достойно, очень хорошо. 23 августа региональный этап конкурса в Мурманске завершится. И три самых подготовленных инспектора отправятся в город Острогорск Воронежской области, чтобы в финале отстоять честь своего подразделения.